Тема поддержки и развития технологического предпринимательства в Ульяновске поднимается не в первый раз. С прошлого года в области реализуется ряд проектов, направленных на поддержку данной отрасли. Теперь к ним присоединилось новое мероприятие с необычным форматом. Его название – «Уикенд технологического предпринимательства на Волге». В течение 2 дней для студентов организованы мастер-классы, тематические площадки и секции. Очень грамотные эксперты из высшей школы, и с нашего университета, с государственного университета, с корпорации развития малого бизнеса Ульяновской области, которые действительно дадут участникам этого форума очень хорошие, очень нужные и очень правильные знания в области организации бизнеса, организации предпринимательства. Ульяновский технический университет, на базе которого и проходит мероприятие, съехалось более 300 студентов. Среди них как представители учебных заведений Ульяновска, так и участники из Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Санкт-Петербурга, Кировской, Пензенской и Нижегородской областей. Приехали ребята не с пустыми руками. У большинства из них уже готовы свои бизнес-планы и стартапы. Например, студенты из Йошкар-Олы создали технологию производства грунта на основе органических отходов. Во-первых, мы хотели показать свои идеи, которые разрабатываем в нашем университете, а также, возможно, реализовать свою мечту, начать свой бизнес в рамках своего региона, а может быть и России. На предпринимательском уикенде ребята планируют не только презентовать свой проект, но и постараться найти инвесторов. Организаторы уверены, подобное мероприятие позволит участникам повысить свои знания и навыки в данной отрасли. Технический университет поставил себе цель увеличить на 10% долю студенческих объединений, которые осуществляют деятельность по повышению предпринимательских компетенций, долю студентов, занимающихся предпринимательской деятельностью, причем во время обучения в ВУЗе. Уикенд технологического предпринимательства как раз и является первым шагом в реформировании политики ВУЗа. В числе похожих проектов значится и Лига студенческого предпринимательства, где студентам в игровой форме показывают, как начать собственное дело и построить свой успешный бизнес. Дарья Судрева, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.